На работе. Дома сидеть. Не знаю, может быть, в больнице. Ну, мне их сажать надо на грядках. Мучиться. А почему? Что случилось? Потому что садик закрыт. Вообще я ничем недовольна и несчастлива. Вот так и буду проводить. Дома. Дома. Что будете делать? Фильмы смотреть. Какие? Фантастику. Все 10 дней? Да. Ну, не 10 дней, а 8 точно. Работаем, к сожалению. В ресторане я работаю там. Все, праздники заняты. Пока не знаю. Пока не знаю. Не знаю, может, с друзьями гулять. Все 10 дней? Ну, не знаю. С семьей провести время. Пока еще не знаю, честно, не думали. Немножко другие проблемы. Поэтому на природе, скорее всего, где еще можно проводить? Природа, шашлык, все как обычно. Ну, на Нахимово съездию с детьми. Мы многодетная семья, с детьми будем на площадках отдыхать. И это взять у меня военный. Если будет выходной у него, то он поедет тоже с нами. Гулять будем по городу. Погода, если будет, будем гулять. Что пенсионерам еще делать? Хожу на море. Вот. Так на прогулку хожу. Так что все нормально у меня. Часть затяжных майских праздников я буду отмечать здесь, в Крыму. А часть у себя на малой родине. Поеду на дачу или на природу? Скорее всего, на даче. Здесь, в Крыму? Да, в Крыму, вот, да. Конечно, на Фелленте. Конечно. А вообще какие планы строить? А на даче там шашлыки, что лучше? И то, и другое будет. Да. И купание, и все что угодно. Мы приехали в город-герой Севастополь из города-героя Москва. Угу. В настоящее время мы здесь будем находиться какое-то время для того, чтобы хорошо провести время. А на майские праздники вернемся в Москву. И, как обычно принято в данном случае, будем спасаться от коронавируса. Без этих дел будем на даче сажать редиску, укроп и лук для витаминов и для организма.